топленого урана. Потом... Потом ей что-то не понравилось на этом острове, и ее перенесли на небесной морской раковине на остров Кипр. И с тех пор она стала называться Киприда. Вот. Очень благозвучно звучит, в отличие от Кеферида, например. Кефир, правильно, кефир. Вообще, это такой остров. Он не зеленый, там мало деревьев. Ну вот, в напоминание об этом событии я даже такую мебель приобрела. Что бы напоминало мне о детстве? Хорошая мама ретро-мебель, мама. Да?